What's up? What's up, buddy? Здесь, в этом зале, есть три таких больших зоны. Немного необычную рукоятку, которую я, в принципе, видел только в этом зале. Поэтому я выберу самый интересный и самый эксклюзивный. Друзья, всем физкульт привет! С вами я, Палкин Сергей, и вы на канале Палкин Тим. Сегодня у нас очередной обзор на зал, и у нас в объективе Elevation Fitness. Очень классный зал, из одного зала уже стало сетью, их сейчас три по Майами. Хозяин сам тренируется и выступающий атлет, недавно получил про-карту в Classic Physique, поэтому оборудование будет супер классное, атмосфера тоже рабочая. И не переключайтесь, смотрите ролик до конца, будет очень интересно, погнали! Зал работает в будни с 5 утра до 11 вечера, выходные с 9 до 9. Цена на зал разовое стоит посещение $25, на месяц стоит $90. Я уже за вход заплатил, поэтому пойдемте и посмотрим, что там внутри. Итак, на входе у нас ресепшн. На ресепшене есть спортивное питание. Также здесь продают готовую уже еду. И есть специальная чилл-зона и зона, где можно принять прием пищи. С собой можно приводить даже собак. Пойдемте посмотрим. Hey, what's up, buddy? Как принято в американских залах, есть брендовая одежда с названием зала. Так, вот зал. Есть кепки. Здесь, в этом зале, есть три таких больших зоны, и мы начнем с первой. Это зона для тренировки ног и функциональности. Пойдемте посмотрим. Как вы видите, сегодня народу очень много. Сегодня выходной, суббота. Большинство тренажеров будут заняты, поэтому я выберу самые интересные, самые эксклюзивные и покажу их вам. Итак, один из редких тренажеров – это, можно сказать, обратная гиперэкстензия или отведение ног назад. Тренируются ягодицы, ягодичная мышца и разгибатели спины. Сейчас продемонстрирую, как это работает. Очень любят девушки выполнять это упражнение. Хорошо прокачивается, закачивается попа. Итак, следующий тренажер. Вот такая необычная гиперэкстензия. Честно говоря, я первый раз вижу этот тренажер и первый раз буду пробовать делать на нем. Я заметил, что спинка меняет положение. Скорее всего, для того, чтобы опускаться глубже и ниже. Так. Вот это упражнение, движение для бицепса, бедра и ягодиц. Так, сейчас попробуем поменять положение. Так. Ой. Даже не знаю, для чего это. Представляете, первый раз вижу тренажер и не знаю, как на него залезть. Бывают и такие вещи. Что, пойдемте дальше? Следующий тренажер для гак-приседаний. Очень классная, большая, удобная машина, в которой очень хорошо чувствуется работа мышц ног. Убираем опору, держимся и приседаем. Можно довольно-таки глубоко приседать без нагрузки на коленные суставы. Супер классный тренажер. Это, кстати, полюбившаяся мне фирма Arsenal. Мы видели такую в Red Corn Gym. Там где-то ссылочку оставлю. Кто не видел видео, посмотрите. Вот такая маленькая тумбочка, можно ее так назвать. Приспособа для гак-приседаний.
Можно делать наклоны с гантелями. Хорошо и годится, и квадрицепс можно проработать. В этом зале, как правило, тренируют ноги. И такая кроссфит-зона, где выполняются различные силовые упражнения и для функциональности развития из кроссфита. Есть турники, штанги и всякая-всякая всячина. Вот сними, как парень делает. Оп. А здесь у нас специальная комната для позирования. Как я уже говорил, хозяин зала, он сам действующий спортсмен, выступает, у него прокарта. И в этом зале тренируется много людей, которые являются действующие спортсмены, также тренера, очень много выступающих атлетов, для которых специально сделана позинг-комната, позинг-рум, чтобы было видно лучше мышцы, специальным светом. И зеркало для того, чтобы видеть позы сзади. Вот такая вот комната, которая, в принципе, необходима для профессиональных и любительских людей, которые выступают на соревнованиях. Основная рабочая зона, здесь стоят тренажеры, в принципе, на все остальные группы мышц, спина, руки, плечи и свободные веса. Сейчас покажу какие-то эксклюзивные вещи. И вот я сразу вижу уже тренажер для жима стоя. Можно параллельным хватом, можно прямым. И, кстати, раздевалки сегодня я показывать не буду, потому что раздевалки закрыты из-за коронавируса. Сразу скажу, я здесь уже был, раздевалки маленькие, это небольшой минус. В каждой раздевалке по одному душу и маленькие шкафчики, мало места. Уже повторюсь очередной раз, в Штатах не принято носить с собой сменку, переодеваться. Точнее, не знаю, как в других Штатах, но у нас в Майами очень чисто, очень тепло, и все люди приходят сразу в тренировочной одежде, тренируются, садятся в машину, уезжают и принимают душ уже непосредственно дома. Сейчас покажу вам немного необычную рукоятку, которую я, в принципе, видел только в этом зале. Выполняется упражнение для трицепсов и для любых каких-то тяг. Можно еще делать сгибание рук с молотом. Хват молотом. Рукояток здесь большое количество. Здесь представлено сейчас немного, потому что большинство используется. Из интересных, вот такая рукоятка с вращающимися ручками для того, чтобы делать тягу. Тягу и можно вращать хват. Такая необычная рукоятка. Есть вот такой маленький гриф для того, чтобы делать сгибание хватом молот. Большая рукоятка с параллельными хватами для спины. И мои любимые рукоятки, которые фирма выпускает MAC. Мой любимый тренажер для тренировки дельт, отведение в стороны. Можно делать по одной руке вперед. Можно делать в наклоне. Очень удобно, очень комфортно. И с моим проблемным больным плечом вот этот тренажер подходит идеально. Гантельный ряд представлен от 2,5 паундов до 150 паундов.
килограммах это от килограмма до примерно 70 килограмм гантели. В принципе, достаточно, но для такого большого зала повторяющихся гантелей довольно-таки мало. В Редкорне, который будет ссылка внизу, гораздо больше гантелей и выбора. То есть на большой объем людей это маленькое количество гантелей. Но если тренироваться, когда в зале людей не так много, с головой хватает. Маленькие грифы представлены как изогнутые, так и прямые. Именные восьмерочки Elevation Fitness от самых маленьких до больших. В принципе, все, что надо, здесь есть. Тренажер для тренировки спины Arsenal. Очень удобно расположение рукояток. Можно использовать различные виды хвата, гриппа, хотел сказать на английском. Как по одной руке, так и двумя. Можно тянуть с самого низа, что попадает в самый низ широчайших, так и верхним хватом работать на ромбовидный задний пучок, дельта, трапециевидный, круглый и бла-бла-бла, дальше все мелкие участки мышц. Можно работать параллельным хватом. То есть в одном тренажере здесь раз, два, три, четыре, четыре хвата. Четыре разных хвата. Удобно? Удобно. Классно? Классно. Очередной довольно-таки редкий тренажер для выполнения тяг с упором. Гриф специальный, изогнутый для того, чтобы можно было сделать максимально большую амплитуду. Все очень удобно и комфортно. Выполняется со свободным весом. Можно сюда принести гантели и делать с гантелями поочередно, либо какие-то махи. Положение безопасное и комфортное для спины. Тоже тренажер для мышц спины. Вертикальная тяга. Три разных вида хватов с вращающейся рукояткой. Прямой, параллельный хват. И фирма Legend Fitness выпускает. Сейчас продемонстрирую, как работает. Можно выполнять по одной руке. Можно с этой стороны. Вот таким хватом. Тоже на широчайшую. Можно развернуться в эту сторону и делать типа тяги за голову. Безумно-безумно удобный тренажер. И сразу рядышком тренажер для тяг. Мертвые тяги, становые тяги, приседания, тяга в наклоне, шраги. Для шраг просто классный тренажер. Ну, такие в России и в Украине, я думаю, есть тренажеры. И еще один тренажер из эксклюзивных, так их назовем. Тренажер для тренировки пресса. Ни разу еще на нем не делал, сейчас попробую. Вы знаете, движение похоже на подъем ног, когда делается в упоре или в весе, но здесь концентрация и напряжение гораздо выше. Вот этот тренажер больше нравится. Сейчас еще сделаю. Не тратится сила, энергия для того, чтобы удержать корпус. Вся энергия и концентрация фокусируется на мышце пресса. Ставим лайк. Линейка Хаммера представила нам гибридный тренажер, где совмещается сразу два движения. Тяга вертикальная, такая даже под углом небольшим. Можно обратным хватом, параллельным, либо прямым. Совмещается с жимом. На другую сторону переходим и делаем совершенно другое упражнение. Тут уже выполняется жим
на верхнюю часть груди. Оба упражнения можно делать как по одной руке, так и двумя. Можно делать поочередно. И третья комната, это совершенно новая комната именно в этом зале, поэтому здесь еще немного происходит ремонт, но уже большинство тренажеров стоит, и здесь тренируются люди, сейчас посмотрите, здесь кроссфит, cycle спиннинг зал, проходят групповые программы, и ринг есть, боксерские груши, ринг, в принципе, все для того, чтобы тренировать функциональность. И групповые различные программы: аэробика, степ-аэробика, силовая, гантельный ряд, бодибары и кардиотренажеры для кроссфита. Вот этот велик я как-то один раз пробовал, за минуту меня просто дыхалку выбил. Кроссфитеры просто не люди, а машины. Вот этот довольно-таки интересный тренажер, его часто ставят в каких-либо гостиницах, отелях, либо жилых комплексах, где нет тренеров, потому что этот тренажер очень безопасный, он без свободного веса, и здесь, в принципе, проблематично, даже скажу, тяжело получить какую-либо травму. Все выполняется на канатиках. Выполняется упражнение на абсолютно все группы мышц. Движения такие плавные, подконтрольные. Тяжело что-то на себя уронить. Можно делать как вперед, так и упражнения сверху вниз. Трицепсы можно делать, можно двумя руками. Можно по одной. Рукоятка меняется сверху и снизу. Можно делать тяги различные. Можно приседать. Делать наклоны, различные виды становых, тяги. Можно икры. Вообще многофункциональный тренажер для проработки абсолютно всех групп мышц. Груши и ринг для тренировки групповых, боксерских и персональных. Кардиотренажеры имеются во всех трех комнатах, в принципе, представлено всеми группами, начиная от велосипедов, заканчивая лестницами, стейрмастерами, как называют в Америке. Беговые дорожки, эллиптические тренажеры, специальные велосипеды для кроссфитеров, которые сжигают очень много калорий за короткий промежуток времени, потому что работают и ноги, и руки. Вот, когда я пробовал первый раз, у меня просто дыхалка за минуту сгорела. Я старался за минуту максимально сжечь калории. Потом 25 минут где-то я только восстанавливался после одной минуты работы. Итак, переходим к оценке зала. И первое, это будет цена. За цену я поставлю твердую-твердую троечку из-за того, что разовое посещение стоит $25. Это дороговато, вот, но в принципе месячный абонемент стоит 90. Это средняя цена. Поэтому 3 с плюсом я ставлю за цену. Итак, следующая оценка, это оборудование. За оборудование я ставлю твердую пятерку, так как представлено тренажерами на все группы мышц, очень много эксклюзивных тренажеров, и железа здесь хватает всем. Следующая у нас атмосфера. Атмосфера в зале супер классная, ставлю пятерочку, потому что тренируется очень много профессиональных атлетов и вообще много людей, которые любят хорошо, качественно потренироваться. Здесь и истинная американская рабочая атмосфера. Итак, оценка площади. За площадь я ставлю твердую четверку. Очень большой зал, комфортный, с парковкой отдельной, но не позволило мне поставить пятерочку, это раздевалки и душевые. К сожалению, сегодня у нас не получилось попасть
в раздевалке. Именно из-за раздевалок я не поставил оценку 5 за площадь, потому что раздевалки маленькие. Я прикреплю здесь внизу фотографии. Раздевалки маленькие и имеют всего лишь по одной душевой кабинке в мужской раздевалке и в женской. Итак, локация. За локацию я ставлю твердую четверочку. Даже я поставил 4 с плюсом. Находится в Майами Даунтаун. Поэтому здесь очень много людей. В принципе, расположение очень удобное. Единственное, мне до сюда ехать 40 минут. Я живу ближе к океану. Вот. Твердая четверка с плюсом. Друзья, не знаю, как вам, но мне этот зал безумно нравится из-за своей атмосферы и различного оборудования. Кто досмотрел до конца, молодец, спасибо за то, что смотрите. Пишите обязательно комментарии, что вы думаете. И я буду делать дальше, если вам нравятся обзоры различных залов. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Палкин Сергей, и увидимся в следующих роликах.